Притупляется интуиция, нарушается воображение, притупляется чувствительность, эмоциональность. Перед совершением покупки нужно выйти из магазина на 30-40 минут для того, чтобы проветрить мысли и немножечко переключиться. Купили бы вы эту кофточку, если бы не было сейла? Если ответ «да, купили», тогда, конечно, эта вещь вам необходима. Но если ваш ответ «нет», то вы совершаете покупку исключительно под влиянием скидок. Конечно же, никаких свиданий не было, никаких обещанных мужчин-олигархов не было. Это был просто обычный развод на деньги. Я шла на встречу с миллионером, а попала на встречу с каким-то нищебродом, который клянчил у меня деньги. Примерно так. Вы хотите от меня услышать то, что вы хотите. И это может быть, но все равно это... А я вам говорю то, что знаю я. Обязательно выпить стакан прохладной воды. Когда мы пьем, у нас немножечко, мы приходим в чувство, немножечко мозг успокаивается. Обязательно. Хотя бы 10 раз продышать. Пауза 5 счетов, выдох 5 счетов. Это очень хорошая техника, она немножко успокаивает ум. Мы злимся, потому что у нас возникает секундальная эмоция, с которой мы не умеем справляться. Три женщины, три встречи с мошенниками на сайте знакомств. Наиля, 37 лет. Мне написал некий Николай, что я очень занятой человек, и на свидание придет мой представитель. Когда я пришла на свидание, и там, оказывается, проходил целый кастинг на претенденток на сердце Николая. Давайте 1500 рублей прямо сейчас, и я вам обещаю два свидания на неделе с очень крутыми мужчинами. Конечно, никаких свиданий не было. Наш эксперт-психолог Наиля Бирарова предлагает заняться цветотерапией. Надо разными. Наш девиз – яркость и легкость. Веселую заставку на телефон, в плейлист «Звуки природы». Очистить пространство, потому что лето – это легкость. То есть очистить пространство, убрать все лишнее, ненужное, в том числе очистить пространство своего мобильного телефона.